Сегодня 10 июля. И я сегодня купил джетски, купил новую игрушку. И мы с Костяном приехали его тестировать. Мы отъехали буквально меньше километра, и он у нас перестал заводиться. Мы высадились на необитаемом острове, и нас добрые люди тут подобрали, пришвартовали нашу лодку, помогают нам. Все, сейчас наш тест закончился очень быстро в этот раз. Все, двигаемся обратно. Ну, как, Макс? Мне нравится, смотри, динозавры. Что? Динозавры? Да. Что они делают? 71 тысяч. Это примерно 85% остальных. Что они делают, расскажи. Угу. Кроме того, кричат. Кричат. Ассистент времени посылают. Также помогают. Это здесь, когда живут вообще уже без помощи. Нравится такая штука? Здесь живут, да. Это для Киана просто, надо смотреть. Ага. Часто, да. Чуть выше. Я сняла с деревья. Мы едем в детский центр. Попрыгиваем на покусе, поеду домой, я буду играть в бейсбол, я буду пользоваться очками. Да, очки твои, очки. Для виртуальной реальности. Можно смотреть разные динозавры. Ага, с днем рождения. Да. Happy birthday. Happy birthday. Ну все, поехали сейчас. Обязательно. Ну все, мы приехали в детский центр, давайте. Разбежалась где-то Владик. Владик, кто убежал? Владик, кто убежал? Подожди, Андрюшка. Ну-ка, давай. Эй! Застрял? Макс! О, смотри, как девочка лазит, Макс. Полезешь туда тоже? Да. И будешь бояться? Да, я не буду. Вот я спускаюсь, как папа Лай. Ну да. Смотри. Смотри. Полети. О, и смотри, она сейчас дальше побежит, смотри. Смотри, иди сюда, Макс. Смотри, смотри, видишь? И она там дальше прыгать сейчас будет, смотри. Смотри, оп, смотри, полетела. Ну что, будешь ты на таком летать? А? Смотри, как девочка летит. Воу, воу. Приседай, оп, о. Оу. Владик там побежал. Давай. Надо наоборот вверх туда сейчас будешь, вот туда. Оп, оп, оп. О, Макс, давай, давай, смотри, окно, ты уже выше окна полез. Сынок, помаши мне ручкой. Помаши папе ручкой. Макс, помаши папе ручкой. Пока-пока. Пока-пока. Ну, давай, залазь.
Дёник, давай, покажи, как ты высоко залазишь. Да что страшно, это смотри. О, давай, Макс, давай на самый верх. О, нормально, ничего себе, как высоко. Ну ты скалолаз. Ну а как высоко. Ну как ты высоко забрался. Ну давай теперь прыгай. Давай, раз, два, три. Да прыгай, будешь опускаться на веревочку. Давай, давай, не бойся. Давай, отсюда, прыгай. Ну ты прям как десантник. Залазь, смотри. 1, 2, 3, 4, 5, туда, давай. Раз, о, давай. О, молодец. Скалолазище. Давай, давай, на самый верх. Давай, иди наверх, а потом прыгай. Нет, нет. А потом с самого верха вот этого пенечка прыгай. Все правильно, давай, давай, не бойся. Давай, давай, на самый верх. Ну тогда прыгай. Прыгай, прыгай, не бойся. Не бойся, прыгай. Прыгай, прыгай. Давай. Папа, салют! Куда мы едем? Взрывай фонтаны, петарды! Да, едем взрывать фонтаны, петарды! Давай только чуть-чуть подальше относись. Максимка, отходи и потом беги. Бери, вот с коробочки. Это маленький петарды. Ну, бери маленький. Да, бери, Влад. Какой? Поджигайте. Какой? И сам подальше, лицо отворачиваешь. Подальше, подальше, подальше. Подальше. О, какая страшная. Тренировочная, да? Маленький петард. Учебная. Ну иди еще одну сейчас поджигай рядом. Давай подальше поставим на всякий случай. Да, нормально. Никогда не. Вы что, парни, ядерную бомбу решили взрывать? Это кнопку, да? Вместе надо. А, все, я понял. Вот так, чирку. Поджигаешь и сразу убегаем. Давай, пальцы не пали. Вот так вот делай, чтобы огонь вверх был. Отлично. Хорош, все правильно делаешь, только резче. Зажигалку верни. Я забрал.
Да, давай кого-нибудь побольше. Да там ничего не будет. Оу! У кого там день рождения? У Макса. У Макса? Да, но... День рождения! День рождения! Поджог. Как будто Илон Маск маленькую ракетку запустил. Вот это будет что-то интересненькое. Давай посмотрим. Макс, ну ты прям вообще пиротехник. Макс, вот это как это называется? Блейзер. А до этого какая была? Фонтан. Фонтан. Саншайн там еще какой-то. А нет. Петрович. Ну они все такие похожие. Ага. Ну а да, они все вообще, прикольно. Они почти не, одинаковые. Вот не было красивого. Это, короче. Лёня, она тихая уже. Слима, смотри. Ну давай, прыгай. Нет, такой не. Танцуй, надо. танцуй. Смотри, там какой дым. Все, Макс, последнее, да? Да. С днем рождения, сына. Может, еще? Ой, да слушай, ты тут смотри, пошли пакет собирать. Все. Мы приехали на пляж Ханимун. Мы приехали на пляж. Хорошая погода. Сегодня нет дождя. После пляжа, конечно же, мы поедем домой. Такие пальмы мохнатые, да, Макс, скажи? Пальмы. Макс, он с ластами. Со своими новыми подарками, с трубкой. Ну. Тут волоса ног нету, будем так под водой. Ну, давай. Подожди, я включил видео. Сейчас фото будет. Макс, ты там плаваешь? Да. Подводный мир изучаешь? Вот так вот наши парни проводят пятничный вечер. Активно. Сын проводит, отец проводит время с сыном, все как положено, вместе гуляют. Как же я делал в этом виртуальном пенсионе? Ну не то что Roblox, я думаю это интереснее чем Roblox. На 100% больше. Ну что там, Влад? Прикольно. Вау. Как ногами. Ну давай. О, прикольно. Дайте сфоткаю. Ты на быке. Сегодня понедельник, вечер. Мы
И мы сегодня отправились испытывать наш джет-ски после небольшого ремонтика. Макс, первый раз сегодня на джет-ски ездил. Скажи, как тебе понравилось? Да. Не страшно? Да. Макс, он приехал. Мы высадились на острове, на необитаемом, посреди океана. Исследуем остров. Отличное место. Отличный пляж. О, краб. Как раз антиковидный такой. Людей вообще нету. Можно загорать. А остров не совсем необитаемый. Вот, видать, на нем тут были люди. Дровишечки сложены. Можно костер распаливать. Ящерки тут есть. Прикольное местечко. Круто, круто. Молодец. Так, ну вот мы приехали с Максом на Sunset Beach. Я, конечно, не знаю, как мы несколько раз приезжали и такого ни разу не заставали, но все последние разы, когда мы приезжаем на океан, вот так вот зелень, отлив сильный. И такое чувство, что, не знаю, можно на другой берег перейти, вот по этой миле. Вон она идет просто аж туда, вдаль. Такое вот дно. И на Фред Ховард такая же самая картина. Вау! Вот такой вот корт здесь. Это мы приехали в комплекс к Свете и Косте. Такой вот классный корт, классное покрытие с классным видом. Макс тут играет как заправский теннисист. Классное место. Вон там есть баскетбольное кольцо, волейбольная сетка. Можно будет приезжать играть. Да, Макс? Так, ну, сегодня суббота, утро, и сейчас я буду заниматься попыткой пофиксить нашу сетку, которую порвало после последнего сильного ветра. А вот самая верхняя панель, придется лезть наверх. Вот, 300-400 баксов эта фигня стоит. Вот, в общем, я тут экипировался. Надеюсь, что я смогу это сделать, не упав. Тут, блин, мало приятного сюда свалиться. Вот мы, короче, нашли прикольное место, которое мы так в тот раз искали. Вот здесь вот тусит народ. Мост. Вот здесь вот все спускают свои джетски. Тут же гоняют. И тут же тусят. И там дальше идет полоса пляжа, где уже без джетски. Поэтому все, вот здесь вот можно отдыхать и тусить. И тут же и кататься всем. Достаточно красиво и прикольно. И тусовочно. Вот. И барбекю можно жарить. Привет. Я плаваю в океане. Там отлив, там много травы. Там. Угу. Ну, скажи, что. У меня хорошее настроение, все хорошо. У меня хорошее настроение, все хорошо. Приезжай побыстрее во Флориду. Приезжай быстрее во Флориду. Ну, все, вот такое вот у нас тут место прикольное мы нашли. Вон там вот все спускают джетски. Джетски. И плавать можно, и тусить. Прямо вот так вот возле воды. Все. Бабушка, привет. Бабушка, привет. Мы нашли классное место. Можно купаться, кататься на джетски. Да, можно здесь купаться и кататься на джетски. Я по тебе скучаю, ты приедешь во Флориду. Да, мы по тебе скучаем, приезжай побыстрее во Флориду. Давай будем вместе тут гулять и купаться. Приезжай быстрее во Флориду. Ну, что ты еще хотел сказать? Сейчас мы поедем домой. Накупался? Мы будем дома в басике купаться. Ну да, еще дома будем в басике.
Макс ловит рыбу. Мы приехали на рыбалку. Мы приехали на этом месте. Рыбачок мой. Да, мы снова приехали на пирс Форта Сота. Наше проверенное место. Сейчас еще сюда приду, да. О, Макс, молодец. Смотри, словил рыбу. Ну, давай. Давай я тебе и сниму. Молодец. О, о, давай, 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 давай. О, Макс, молодец. Еще одну словил. Давай. Оу! Убежала. Ты словил рыбу. Да. Можно отпущу ее. Смотри, называется пинфиш. Пинфиш. Хочу отпустить ее. Хочешь отпустить? Ну. Так у нас там она в ведре, смотри, другие рыбы. Может туда в ведро отпускай, Макс? Молодец. Так, все, сейчас будет рыба еще. Давай. Дельфины, смотрите, ребятки. О, смотри, смотри, смотри. Смотрите, пацаны, вон дельфины. И вон еще вдалеке, вон. Смотри, Макс, вон долфин, долфин, смотри. Серьезно, как оно сейчас? Смотри, он сейчас вынырнет еще дельфин, смотри. Смотри, Макс, смотри, смотри. Сейчас. Прикольно, смотри, какие они тут веселенькие. Утренняя пробежечка по территории нашего комплекса. Снова я увидел маленького аллигаторчика. Такой вот парнишка. Это самый смелый из всех, потому что так близко я еще ни разу не подходил. Вот, это никакая не дикая среда, это вот наш комплекс, дома, его вот такая маленькая лужица. Вот такая. Ну, прям я вообще близко подошел. Вот здесь вот. Не знаю, какая-то шахта. Канализационная. Какой смелый ты, а? Ну, ты смельчак. Молодец. Отдыхай. Макс, ну что, тебе нравится? Да. Макса новая школа, Seven Springs Middle School. Через несколько дней Макс пойдет в новую школу. Да. Вот, завезли все документы. Все, будет Макс в новой школе учиться, да? Нравится? Да. Ну, отлично. Да. А вон еще животинка безобидная. Настолько безобидная, что даже не заметила, как я ее словил. А пошли гулять. Черепашка. Какая-то сонная черепашка. Максик мой, сыночек, сидит тут, интеллектуальным трудом занимается. Ну ничего себе, нормально у тебя тут получается. Умничка, умничка, молодец, дай пять. Макс,
вчера вот собрал вот такой вот пазл из 160 элементов, а сегодня приступает к более серьезному проекту, да, Макс? Вон такой, вот такой вот будет картинка из 500 кусочков. Справишься, Макс? Да. Да? Вот сколько много. Ну давай, удачи тебе. Смотри, Макс, какая штука тут переползает дорогу. Не буду к ней подходить на всякий случай. Привет. Мы едем на ханимун. Ну, куда мы едем, расскажи. Мы едем на ханимун. На ханимун бич. На ханимун бич. Будем купаться. Ну? После магазина. После пляжа поедем в магазин. После пляжа поедем в магазин. Ага. Посмотрим клюшки. Посмотрим клюшки для гольфа. Ну. Да, мы сегодня много поделали по дому, наводили порядки на втором этаже, в Макса комнате, в моем офисе, в котором мы делали ремонт, отгораживали стенкой. Все, мы там сегодня наводили порядки. А сейчас едем искупаться и потом поедем в магазин покупать продукты. Вот наша солнечная долина. В Walmart заедем. В Walmart заедем, да, еще. Ну, рассказывай что-нибудь, Макс. А? Он заводится, сломался мотоцикл. Ты про джетски наш? Да, он не заводится. Ну все, уже купили, все, сейчас сделаем, только собрать осталось. Стартер. Будем гонять на джетски, да? Угу. Что еще расскажешь? У тебя хорошее настроение? Да. Да, куда? У меня будет мяч. У тебя мячик для гольфа. И мы сегодня поедем куда? На поле. Ну, мы поедем сегодня, может быть, купим клюшку для гольфа, да? Мы поедем в Walmart. Заедем в Walmart, посмотрим, может быть, там будет клюшка для гольфа, да? Мы купим. Ну, вот мы приехали в местечко, которое нам понравилось. Здесь такой, да, специально пляж для любителей джетски. Удобно здесь стоять машины. Здесь, в принципе, купаются люди, а чуть подальше катаются. Ну вот мы сегодня искупнемся. Да, очень прикольное место. Нам оно очень понравилось. Клюшки. А потом пойдем смотреть клюшки. Вот домик, в котором нас согласились приютить на время нашей изоляции. Вон там вот Света с Костей живут. И здесь такой особнячок целый. Такой дом. Большой. С выходом к воде. Басик. Ну, такой классный дом. Будем тут изолироваться? Ну, Макс, расскажи. Расскажи, куда мы едем. Майами, встречаемся, да. Да, мы едем в Майами. Вот мы сейчас едем по мосту, по такому. Едем в Майами встречать наших любименьких. Сейчас мы все.
часа, и мы будем там. Встряли в пробочку. Какая-то вон авария. Машина вообще там в болоте лежит, в кювете. Там еще машина тоже. Нормально их тут. Одна здесь, одна там. Сейчас будет очень салют. Очень салют будет? Вторую еще поджигай аккуратненько. Такая здоровая коробка, как будто тут сейчас будет вообще фейерверк. Планета! Ура! Ну ты вообще самый мощный поджог, да? Так, смотри, задымил всю улицу, смотри. Вау! Вообще. Мам, сейчас пожарных вызовут, смотри, что ты наделал. Мой умняшечка. Складывает сложный пазл. Угу. Да. Старается, тут картинку делает, да? Угу. Убери ручку. Ну вот уже замок там вырисовывается у нас. Молодец, зайчик. Да, молодец. Молодец ты мне. Сложный такой пазл. Ну какое-то. Интересно, что это за такое сооружение, Роджо. Алочка, привет. Говори, ну я себя хорошо чувствую. Я хорошо чувствую. Все хорошо, мы с папой едем на пляж. Передаю тебе привет. Я передаю тебе привет, мы едем на пляж. Ну, хорошо, молодец. Молодец. Indian Rock Beach. Макс, да, он тут рыбу ловит, он тут крокодил плавает. Мы поехали на рыбалку. Приехали. На рыбалку. Ну, не то чтобы приехали, Макс, мы пришли. Пришли на рыбалку. О, смотри, смотри, вот крокодильчик. Да, вот мы отсюда, из этого домика пришли. Вот сюда. Рыба. О, смотри, крокодил поп. Короче, какая-то или кто-то, или рыба, или кто-то откусил наш поплавок. И он там плавает по пруду. И только что его проглотил этот поплавок. Сейчас возьмем этот поплавок. Сейчас возьмем этот возьмем. А вон. Смотри, вон поплавок. Вон, папа, я могу. И вон, смотри, крокодил за ним погнался. Смотри. Смотри, 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 смотри. Папа, может этот поплывок возьмем? Папа, возьми поплывок. Да, это интересно. То, возьмем этот поплывочек. Давайте поплывочек возьмем.
Вон, аллигаторчик. Башка торчит. Безмозглая. Ну давай. Отпускай. Аккуратно тут лес. Я ухожу. Давай еще. Давайте еще. Да, я беру. Не-не, вон те все, которые в этом, в кастрюльке отпускай. От кастрюльки? Макс, Макс. Что? Бери вон тех рыбу, отпускай. Давай, давай, давай. Ай, леска! Я кидаю рыбу. Все, я отпускаю сейчас еще. Еще одну давай, да? Еще одну рыбу. Давай. Рыба. Вон рыба. Здесь, здесь. Стой, стой, стой. Вот здесь положи рядышком. И сюда. Давайте еще попробуем сладить. Все. Да, хочу еще. Такие прям крупные капли. Ма. Да. Ну что там, у тебя уже близко к завершению уже идет? Да, наверное. Ты такую сложную композицию собрал почти. Да. Соберем за сегодня уже? Да. Да? Если мне хватит, наверное. Ну, давай. Молодец. Красивая картина получается. Да. Сказал, мы повесим на стену. Макс закончил вот такой сложный пазл из 500 штук. Да. Из 500 кусочков. Да. И сам все сложил. Да. Ну, ты вообще молодец. Да. Ну, надо от папы какой-то приз, наверное, да? Да. Ну, поздравляю. Ты молодец. Ты как дрова на кости. Ну, покажи, как ты весишься. Девонька.